На сцене Большой симфонический оркестр имени Чайковского, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Федосеев. Дирижер Томас Замберг. Рихард Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские майстерзингеры». Сочинение 1861-1867 годов. Исполняет Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Томас Замберг. Thank you.
Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан». Сочинение 1889 года.
Thank you.
начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. Брамс, симфония номер 1, до минор, сочинение 1854-1876 годов. Исполняет Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Томас Зандерлинг. Thank you.